Короче, с Полинкой смастерили такие саночки себе. Помню, мы в детстве тоже такие делали. Но тогда у нас в детстве были вот эти мешки немного из другого материала, из пленки, из-под этого удобрения. Ну, то есть, как обычно, клеенка. Но я думаю, ее тоже будет неплохо. Ну все, беги. Довольно? Теперь можем скатиться с огромного пруда. Давай, аккуратней только. Пока. Спасибо. Давай. После нежности идем продолжать. Короче, есть. Точнее, есть у меня болгарка. Поломалась болгарка. Поменял. Щетки. Но что-то не хочет он работать у меня. Короче, сейчас что начну? Сейчас прозвоню. Провода. Зачем горит? Шнур рабочий. Так, теперь Мишка. Мишка. Ты что, опять убежал, а? Миш. Так, что снимает? Короче, кнопка не прозванивается. Сейчас вот мы, ребята, попробуем. О, ну да,
короче, все разлетелось. Все разлетелось. Будем исправлять ситуацию. Так, эти тоже вытаскиваем. Почему, конечно, так стоит. Наверное, все-таки именно так должно. Обычно еще для лучшего контакта смазывают солидольчик. Мы сейчас, короче, выдавщика здесь бомбанем немножечко. Если я найду выдавщичек. Что здесь это? Контакты, в принципе, не... Это, конечно, понимаю, мало. Пробуем почистить. Надо на протяжении тогда работать. И вот, честно. Так, как-то я понимаю, что оно собирается раскручивать. Вот эти штучки еще нужно. Пиздец. Замуты здесь, конечно, очень много, но посмотрим. Сейчас сделаем это. В любом случае. Болты вылетели. Поднимаем это, шляпу. Ну, увы, не выходит. Ну что, буду пробовать разбирать дальше, искать причину. Потому что, блин, неохот, конечно. Вот, в общем, разобрал, пока результата никакого. Вот, ну, здесь идет подача через верхний контакт. То есть как-то вот это нажимается туда. Вот и под действием пружин. Но я не знаю, конечно, как вот эту штучку я назад поставлю. Ну, в общем, посмотрим. Так, смотрите, причина была в этой кнопке. Вот я ее всю разобрал. Не знаю, вот вам видно или не видно. Вот.
вот эта пружина должна встать. Вот на той железке есть паз такой. Во, вот получается. Они получается вот очень трудно загнать ее. Все-таки нужно пробовать. Вот теперь она из того, что сила стала больше, стала отсюда вылетать. Вот в чем прикол этих кнопок. Вот так вот они работают. На Роджем. Ну все, короче, поставлю и дальше сниму. Ну все, короче. Ремонт состоялся, кнопка восстановилась. Сейчас давай посмотрим. Итак, здравствуйте. У нас были тест-драйвы автомобильные. А теперь сейчас вспомнили детство. И открываем тест-драйв. По проходимости. Горячие финские парни. Единственное, что скажу, вы на канале Поля Мотя. Вот. Первый проход пошел. Вот теперь сейчас поедет. А потом я, можно? Давай. Вы уже, наверное, все мокрые. Ну, оба, все трогают. Блядь, давай прыгай, держи, стой. И держись за веревку. Ноги туда встать. Ноги туда. Держи. Нет, так перевернется она. Я говорю, перевернется. На куртке едет. На куртке едет. Побочный был пускай. У тебя ноги не мокрые? Давай садись. Все, их надо домой загонять. Да, конечно. Давай еще по разу. Давай. Я уже перчатки, так колоток. Ну давай, дуй теперь. Потихоньку так толкай сюда. О! Ha ha ha!